Пятеро пострадавших и 4 искореженных автомобиля. Недалеко от Бердянска произошло серьезное ДТП. В районе автозаправочной станции на Нововасильевском кольце столкнулись 2 иномарки. По словам сотрудников ГАИ, россиянин за рулем Тойоты не успел отреагировать на дорожные знаки и, выезжая со второстепенно, не пропустил двигавшийся по главной Мерседес. В результате столкновения Королла сбивает электроопору и вместе с ней приземляется на припаркованные «Жигули» и «Москвич». В «Тойоте» кроме водителя было 3 пассажиров, 2 парней 16 и 18 лет, а также 29-летняя девушка. Все были госпитализированы. В «Мерседесе» был травмирован пассажир. Сейчас работает следственная группа, следователи, сотрудники госавтоинспекции с дознанием. Вот, выясняются причины. Идет оказание помощи в больнице пострадавших.